Доброго дня, шановні присутні, журналісти, а також зараз, я знаю, нас дивляться глядачі на експорті і на Бостіві, да? Так, в Україні непроста ситуація, але ми повинні давати позитивні меседжі, ми повинні створювати надію. Баскетбол – це соціальний вид спорту. Він зґрунтовує націю, він створює команди, він вчить коректності. В баскетболі не можна вести грубу гру. І баскетбол, я люблю цю гру. Я б так хотів би назвати нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сьогодні ми презентуємо новий чемпіонат України. Він пройде в форматі 9 команд. Це Суперліга «Фаворит спорт». На жаль, зараз один із спонсорів запізнюється в зв'язку з тим, що в Києві пробки. Він зараз під'їде, я думаю, я з ним розмовляв, Андрій Матюха, він зараз нам розповість про фаворит. У нас присутній представник компанії «Вілсон», всі знають, американська компанія, у нас чудовий контракт. Я думаю, що це взагалі в перший раз. Так, колись федерація працювала за спалдингом, це я ще розпочинав в 95-му році, вони давали по 15 м'ячів на одну команду в Суперлігі. Вілсон сьогодні предоставив м'ячі всім командам, які мають причетність до офіційних змагань України. Це по 15 м'ячів і жіночому чемпіонату, і Суперлізі, і вищій лізі, і першій лізі, також студентській, де у нас буде 100 команд. Це кілька тисяч м'ячів, також призи. І це серйозна така агресія Вілсона в Україні, і ми разом з ними будемо роздавати м'ячі, команди будуть купляти м'ячі, роздавати своїм дітям, вболівальникам. Ми будемо проводити на кожному матчі конкурси, і я думаю, що це якраз той меседж, який дає сьогодні Федерація баскетболу. Ми хочемо працювати в ринку, ми не будемо подальше спиратися на державні структури, які допомагали баскетболу, а хочемо, щоб це було риночно. І допоможіть нам, панове журналісти, ми чекаємо від вас допомоги. Якщо ви будете багато писати про баскетбол, про наших хлопців, вони дуже красиві, наші хлопці. Якщо ви будете їх показувати, я думаю, дівчата будуть вболівати більше, і дівчата у нас красиві. Найкращі в світі, ви ж знаєте. Так, хлопці? Тому я думаю, що ми зможемо створити інтригу. Сьогодні ми отримали бюлетень цікавий, і вийде зараз новина з ФІБА світу. Україна зайняла вже 23 місце в світі по експорту гравців. У нас 98 на сьогоднішній день гравців грає в інших країнах. А по імпорту у нас нуль. Ми взагалі зараз не знаходимося в ніякій кваліфікації. Тобто у нас грають українці. І з одного боку це погано, з іншого боку це добре, тому що зараз багато можливостей у українських спортсменів заявити себе. І думаю, що ми дамо таку можливість. Тому ще раз закликаю журналістів підтримувати український баскетбол, писати новини. Ми будемо активно. От прийшов пан Матюха. Зараз я теж представлю вам фаворит. Будь ласка, у нас спонсори в найвищій пошані. Спочатку журналісти, вони повинні донести, потім спонсори, а потім вже всі ми. Так будемо працювати. Будь ласка. Це компанія «Фаворит», букмекерська компанія. Ми подивилися, як зробили футболісти. Вони взяли і зробили суперлігу «Парі-матч», а ми запросили компанію «Фаворит». Вони зараз не працюють, наскільки я зрозумів, з футболом, чи працюють. Вони більше бокс, хокей і все інше. Ми за чесну гру. Чесна, якщо у нас буде чесна гра, справедлива,
І команди не будуть належати одному тому ж власнику, як ми говорили, коли заключали якийсь контракт. Таке було прохання, щоб ми прийняли рішення, що команди не можуть більше одної команди належати одному власнику. Так, як це існує в Америці, в Європі, щоб все було по-чесному. І ми домовилися, що буде по-чесному. Також ми будемо відслідковувати всі матчі. Якщо якась буде підозра на якісь договорні, на жаль, це існує в світі. Ви знаєте, зараз навіть збірні команди попалися під підозру. Там Арменія зараз по футболу, а також Латвія. І де розслідування? Ми будемо розслідувати всі прецеденти. У нас зараз кілька місяців тому сталося ЧП в українському баскетболі. Два наших члена баскетбольної родини, Некто Калугін, суддя, і гравець Лемик, приїхали в Болгарію, в Софію, і намагались дати хабаря нашим 16-літнім хлопцям, щоб вони програли свою гру. На жаль, вони програли, але хлопці заявили про це ще до гри. Ми створили комісію, розібралися і позбавили права займатися баскетболом на пожиттєво і Калугіну, і Лемику, і відправили всі документи ФІБА. Тому що Лемик зараз грає в румунському клубі, і я думаю, вже ФІБА прислала нам, щоб ми надіслали їм всі документи, всі пояснення. Я думаю, що буде рішення і ФІБА. І він не тільки в Україні не буде грати в баскетбол, а взагалі в світі. Ми провели розслідування, знаємо, що у нас багато раніше балувалися з цим питанням, домовлялись, ставки робили на різницю м'ячів там і таке інше. Якщо щось почуєте, панове журналісти, кажіть нам, звертайтесь до федерації, у нас буде постійна діюча комісія дисциплінарна, і ми будемо проводити розслідування. Ну, так як у нас все ж таки жінка у нас від Вілсона, ми їй допоможемо. Перший дамо слово. Дякую. Спасибо. Я не займу много времени. Я хочу сказать, что наша компания уже 20 лет является дистрибьютором Wilson в Украине, и поддерживая философию этой компании, для нас большая честь начать сотрудничество с вашей федерацией и поддержать лучшие баскетбольные клубы. Wilson производит профессиональную экипировку для многих видов спорта, помогая спортсменам в достижении поставленных целей. А наши украинские баскетболисты, конечно же, лучшие для нас, поэтому мы хотели бы, чтобы они играли нашим лучшим мячом, и он им помог. Мы очень рады сотрудничеству, мы желаем успехов вам как федерации, желаем успехов всем клубам в достижении поставленных целей. Мы с удовольствием будем максимально поддерживать все ваши начинания, и в честь этого я хочу вручить вам наш мяч. Это официальный мяч для игры в Суперлиге всех команд. Это мяч Wilson Solution. Стоя принимаю такой мяч. Я знаю, что эта компания, мячи эти используются по всему миру, повсеместно. Хорошие мячи. Пусть этот мяч влетает в кошек наших суперлиг. Спасибо. Сейчас я бы... У нас еще одна была интересная деталь в контракте. Все участники первой конференции получают по мячу Wilson. Так что мы надеемся, в ваших редакциях тоже будут играть в баскетбол. Да. Добрый день. Наша компанія «Фаворі Спорт» з великим удовольствием стала спонсором і титульним спонсором чемпіонату України. Ми з Михайлом Юрійовичем просто побеседовали так, чисто вот по-человечески, и нашли общее понимание, так сказать. Мы не будем говорить там какие-то красивых фраз, да, что мы хотим все там быть патриотами нашей страны. Мы действительно просто хотим помогать всем, чем можем, скажем так, нашему спорту, в частности баскетболу. Почему? Потому что мы все знаем, какая у нас была школа еще со времен Советского Союза, да, и какие были достижения. Все помним какие-то эти детские площадки, которые стояли там в каждом дворе, да, где можно было там поиграть в баскетбол. Все это
сейчас надо восстанавливать. И мы маленькой лепты, которую там, скажем так, можем помочь, с удовольствием согласились. Нам, естественно, это тоже выгодно, потому что идет популяризация нашей торговой марки. Но здесь, я говорю, мы с удовольствием именно вот... Тут момент больше социальный, да, правда? Да, социальный. У них момент, и так да. Все хорошо. То есть да. Мы договорились, что это как бы социальная ответственность бизнеса. И вообще, если можно, на этой пресс-конференции я хотел бы обратиться ко всему украинскому бизнесу. Надо быть социально ответственным, особенно сегодня. Да, у нас есть ответственность, скажем, перед зоной АТО, перед войной. И каждый сегодня украинский предприниматель, кроме того, что платит налоги, я надеюсь, еще и пока помогает волонтерам, помогает и просто волонтеры, это добровольцы, и эти люди даже просто свой труд вкладывают. И отстраниваться от того, чтобы наша нация должна быть здоровой, развиваться, детки должны играть. У нас сегодня 115 детских команд по стране. Огромное количество, ну, студенческий чемпионат, впервые официальный в Украине будет проходить. То есть мы призываем средства массовой информации нас поддерживать, бизнесменов поддерживать деток, а не нас. Государство, слава богу, вроде бы повернулось лицом, и мы двигаемся, и вчера НОК поддержал мою инициативу обратиться к президенту, премьер-министру, чтобы в 2017 году одну подгруппу взять в Киев. Чемпионата Европы. Мы будем пытаться и детские чемпионаты сюда разворачивать, и юношеские. Конечно же, нужно, чтобы закончилась война. Но у нас есть еще одна интересная победа. Мы восстановили, помогли восстановиться Мариупольскому клубу. Азовмаш сейчас завод лежит. Мы хотя бы в высшей лиге, они заиграются. Детки не пропадут. Там Березкин вернулся. То есть мы рассчитываем, что ребята повозвращаются, даже те, которые в Россию поуезжали, будут возвращаться. Студенческий чемпионат – это вообще база украинского баскетбола. Ну а всех поздравляю с открытием официальным завтра во Дворце спорта. Во сколько у нас официально открытие? В 15:30. Я хочу воспользоваться сегодняшним медийным ресурсом, пригласить всех болельщиков Киева, Киевской области, даже со страны, прийти на завтрашний матч «Динамо Киев» «Волынь-Баскет», поддержать и киевская «Динамо», и «Волынь-Баскет», и вообще украинский баскетбол, потому что баскетбол, я люблю цю гру, и мы повинні своїм присутністю, купляючи білет, підтримувати наших дітей, тому що ці гроші йдуть не в карман функціонерів, а дітям на розвиток українського баскетболу. Дякую. Які питання? Сначала представитель Вилсон. Действительно нет сомнений в том, что это супер мяч, что это действительно бренд. Сколько один такой мяч стоит сегодня на сегодняшний день? В розничной цене 79 евро. Это топовый самый мяч. Самый и дорогой. Вопрос к вашему вот главному, так сказать, титульному спонсору. Скажите, пожалуйста, вот на этот сезон, на чемпионат, у вас есть баскетбольные матчи, ставки как будут приниматься? Отдельно на каждый матч или все-таки в пакетном каком-то соотношении? И если так, то максимальная ставка, которая у вас не вызовет сегодня сомнений, какая сумма должна быть? Что там честно играет? Ставки могут приниматься и по отдельности, и в совокупности на много матчей, так как игроки захотят сделать. Это их желание. Максимальные ставки у нас на основные исходы – это победа первой команды или победа второй команды. До 50 тысяч гривен у нас примерно такие суммы. То есть мы действительно, побеседовав еще вот с Михаилом Юрьевичем, и когда он рассказал про дисквалификацию игроков, о том, что действительно в принципе фейерплей соблюдается, мы не боимся принимать большие суммы на эти виды спорта, ну, непосредственно на баскетбол и непосредственно на, прежде всего, вот, Суперлигу и мужскую, и женскую. То есть, ну, с учетом того, что и парламент, если вы знаете, собирается принять наконец-то закон, который уже лежит в тумбочке 7 лет. Да, об уголовной ответственности. Про уголовную ответственность. Сейчас президент Федерации футбола, как его, Андрей...
Павелко внес этот закон, и мы надеемся, что парламент проголосует, и будет уголовная ответственность за нарушение фэрплей. И это очень важно вообще для всех. Болельщик должен знать, что его не обманывают. Это же как обман покупателя, понимаете? Да, вам нужно сразу продолжение. Вопрос относительно, какой формат, если он будет вообще в этом сезоне, Кубок Украины, или вообще нужен этот турнир, и матч может быть звезд? Матч звезд обязательно проведем. Мы ищем формат, чтобы был интересен болельщик. У нас, кстати, будет матч, финальный турнир студенческих команд будет в Киеве. 5 дней, большой праздник, 8 команд, лучших приедут и будут играть во Дворце спорта. Мы максимально будем использовать Дворец спорта для популяризации баскетбола. Единственный такой дворец в Украине, и грех его не использовать. Максимально все будем делать, чтобы здесь все играть. Чтобы побольше людей приходило, радовалось и так далее. По поводу Кубка Украины. Хотелось бы найти титульного спонсора и с ним обсудить формат. Вот я бы даже провел открытый Кубок Украины, если вы хотите, там, с привлечением там, команд там, каких-то Белоруссии, Молдавии, ну, стран там, той же Грузии, которые как бы маленькие, и у них как бы нужно это, то есть попробовать формат открытого Кубка Украины. Пожалуйста. В продовження цього питання про кубок і про матч зірок, якщо між двома таборами, які РПУ і інша суперліга, потеплішують стосунки, можна розраховувати, що українська громадськість баскетбольна побачить, наприклад, загальний кубок між двома лігами і, наприклад, матч зірок? Смотрите, я за любой формат, который будет интересен болельщикам. Есть несколько условий, которые должны выполнить приват-лига. Приват-лига – это лига одного человека, он ее сам финансирует, вы же в курсе, да, там команда одного собственника. Там есть действительно уважаемые всей страной команды, это Днепр и Будівельник, все остальные – это фейки. Я посмотрел составы, которые сегодня публикуют этих команд. Там некоторые команды вообще без игроков, а некоторые просто там понабирали аматоров. Там в Одессе, БК Одесса, там они заявили Кузнецова, он 8 лет назад стал тренером. То есть ему уже 41 год, он 8 лет уже работает тренером. Ну, это хорошо, конечно, что людям дают работу, но это дискредитация, это аматорская лига. Вот. С Днепром и Будівельником, Будівельник тоже вроде бы так неплохо комплектуется в наших условиях. Мы готовы играть после того, что они выполнят все условия и баны выполнят, которые прислала им ФИБА. У них баны, они не рассчитались с игроками, у них баны, которые им выставила Федерация баскетбола, сейчас им разойдутся письма, за нерасчет с судьями и не расчет игроками. Мне каждый день звонят игроки сегодня. Мы обратились к игрокам, со всем, кто не рассчитался за прошлые сезоны, на сегодня, ну, последние 2 года, потому что дальше исковая и давность, мы не можем участвовать. Мы будем участвовать, защищать интересы игроков. Вообще мечтаю на базе вот этой сегодня сложившейся ситуации создать профсоюз игроков. НБА существует, и у нас тоже должен быть. Федерация баскетбола Украины защищает интересы игроков, тренеров. Это у нас записано. В уставе игроков, это общественная организация, игроков, тренеров, судей, и мы будем их защищать. И мы поможем, в суде есть своя ассоциация, мы ее уже приняли в состав федерации, ее раньше не принимали. Сейчас мы примем ассоциацию, поддержим игроки с тренерами, например, или отдельно, сейчас посмотрим, как это в Америке. Будем действовать современно, справедливо. И в интересах украинских болельщиков. Если интересы будут в том, чтобы провести какие-то матчи с Будівельником, мы можем им разрешить участвовать, например, в Кубке Украины. Хорошая идея, спасибо за подсказку. Пусть поучаствуют в борьбе за Кубок Украины, если захотят. Проработаем там какие-то штрафные санкции, если они не рассчитаются со своими игроками за эти турниры. Ну, то есть это должно быть отдельно. Спросим разрешение у ФИБА, если разрешат, ради интересов украинских болельщиков. Это будет интересно, наверное. Дай бог, чтобы Коломойский не прекратил, как обычно, там, на 3-4 месяц финансирование приват-лиги. Михаил Юрьевич, дополнение. Несмотря на то, что радио Вести говорили, что вы кот Леополь, да, но тем не менее существует такое, как бы, ощущение, что есть некая
попытка свести счеты, да, за события 4-5-летней давности, когда представители приват-лиги не пускали вас в Суперлигу. Ну, когда Черкасский Мавпы, ваш клуб, играл в высшей лиге. Смотрите. Придумала различные там регламентные нормы, там, по залам, по еще каким-то мифическим моментам. Пожалуйста. Ну, во-первых, мы никакие не придумываем никакие регламентные номеры, мы по залам, мы просто все, что регламентные нормы были, их перенесли в этот чемпионат. Федерация проводила чемпионаты в том году тоже, если вы знаете. Просто с участием Суперлиги как организации. Мы ничего не изменили, все просто перенесли. Федерация всегда собирала деньги за участие. Кстати, ФИБА за участие в турнирах тоже собирает с команд деньги. Мы взяли по 180 тысяч, но это до смешного, понимаешь? 8 тысяч долларов для Будивельника или для Днепра – это смешная сумма. Мы были открыты и вели переговоры. Я же сказал, что я готов был сам внести свои деньги. Да, я Кут Леопольд, но если я мышонка поймаю, я, конечно же, его задушу. Вы же помните, в этой истории, в мультике, там, где эти двое мышонка прыгали, и донимали все вреда кота Леопольда. Ну, как бы, давайте жить дружно. Ну, если бахну, я бахну. Ну, вот так. Счеты, какие счеты, ребята? О чем вы? В баскетболе, в который я свои деньги вкладываю на протяжении 25 лет, я же не функционер. Ну, с вами что-то некрасиво. Это ихняя совесть. Это ихняя совесть, и пусть она остается. Я же Кот Леопольд. Поэтому Кот Леопольд никогда ни с кем не сводит счеты. И я в том числе. Как можно сводить счеты, если при этом будут страдать болельщики? Это преступление. И я никогда на это не пойду. Поэтому мы были открыты и продолжаем быть открыты. Пусть рассчитаются с игроками. И я не считаю, что требование Федерации баскетбола Украины рассчитаться с судьями, тренерами и игроками есть сведением счетов. Это раз. Во-вторых, мы были открыты и приглашали их в проведение чемпионата. Насколько я понимаю, у Днепра вообще несложные проблемы. У них там, по-моему, по одному только игроку бан ФИБА. Там небольшие суммы, можно было бы найти компромисс, рассрочить и работать. У Будивельника посложнее ситуация. Они только Дворцу спорта должны 2 миллиона 200 по судам проиграли. Это без насчета санкций. Это по курсу 8, чтобы вы понимали. За последние 2 года. Это еще за проведение Еврокубка. Это же не мной придуманные вещи. Это счеты или это просто не расчеты? Поэтому скажем так, что у нас не расчеты, а не счеты. Михаил Юрьевич, вы упомянули, Александр, что там понятно баскетбол. А вы упомянули о том, что клуб Будивельник и Днепр должны рассчитаться по банам. А как известно ли вам, что баны как таковые не являются причиной для недопуска команд к чемпионату? Это мы допустили. Превентивная мера для того, чтобы заставить клубы. Я расскажу вам, знаете, да, что в банах написано? Что они не имеют права никого заявлять из иностранных игроков, а также украинцев, приезжих, вернувшихся в Украину. Это по банам ФИБА. В многих странах существуют свои баны. В многих странах. И наша федерация, так как мы, это массовое стало явление. Берут игроков, они играют, потом с ними не рассчитываются. Вот только что мне звонил Александр Липовый. Лично мне. Он попросил прислать ему копию документа, по которому он может обратиться в свою защиту. Поэтому в баны есть баны. Раз. Второе. По судьям, какой бан? Ну, надо рассчитаться за тот сезон. Мавпы внесли, я был спонсором Мавп, и внесли все до последней копейки. Вы помните, как мы плей-офф проводили в том году? Мы еле его провели. Потому что Львов внес деньги в кассу наличными, с тем, что на следующий день они привезут, оплатят безналичные и отдадут им наличные. Приехали вечером, говорят, мы уже все заплатили, отдайте деньги. Отдали деньги, деньги не поступили. Еле провели. БК Киев поступил честно. Они написали письмо на федерацию, что у них тяжелое финансовое положение. Они не в состоянии в связи с общей ситуацией в стране финансироваться, закрывать долги сразу. Они попросили год им дать возможность без санкций со стороны федерации и так далее. Мы санкции никому не применяли. Мы до последней минуты были открыты по отношению к Днепру и Будивельнику. Смотрите, у ребят, они... Сказал же Гулямов на своем радиоинтервью, вы же слышали, что Коломойский не согласовал
мое избрание президентом Федерации баскетбола Украины. Он хотел Кондратьева от «Приват-групп». Поэтому он сказал, что он будет мешать в дальнейшем моей деятельности на посту Федерации для того, чтобы развивать украинский баскетбол как целостные составляющие. Но это не страшно. Это я, например, очень доволен. Это приведет к тому, что они наконец-то они рассчитаются с людьми, со всеми, кто есть. Повышают интерес медиа, у вас есть желание задать какой-то вопрос. Так что все хорошо, я доволен. И спасибо, Игорь Валерьевич Коломойский, за то, что ты помогаешь украинскому баскетболу уже много лет. Продолжай. Только не делай так, как это было до этого. Начал, дошли до Нового года, вышел, вы помните, он с Федерации футбола. Ему говорят, вы будете дальше финансировать? Он говорит, я и баскетбол не буду финансировать, потому что я даю им деньги, они все крадут. Не помните? Найдите в интернете это его выражение. Есть, правда? Я не обманываю? То есть он это сказал. Сейчас он хочет мне насолить, он их позвал. До тех пор, пока они будут вот это исполнять, как с котом Леопольдом, им будут давать деньги. Ну или будут, не знаю. Ну, скорее всего, будут, наверное. Как только перестанут, зайдут в чемпионат Украины, им перестанут давать деньги. И окажется, что они не меценаты, а менеджеры. Поэтому я и хочу всем показать клубам, господа, вот ваше будущее. По чуть-чуть, чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. И по чуть-чуть будет 5, 10, 20 спонсоров. И они все, вот «Авангарда» у нас есть. Каждый месяц нам перечисляют деньги на федерацию. За то, что мы их взяли на сборную. И я сейчас веду еще с большим количеством компаний. «Винета», ну это, скажем, от меня, Федерации баскетбола, ну как-то надо жить. Они перечисляют тоже деньги. Надо же людям заплатить, офис существует, соревнования надо провести и так далее. Масса мероприятий. Вы знаете, например, что форму сборным командам покупает федерация. Всех возрастов и так далее. Поэтому я за Игоря Валерьевича Коломойского, он хороший человек. Спасибо вам, Игорь Валерьевич. Финансируйте баскетбол дальше. Но ответственно это должно быть. И вы знаете, что сейчас поляки приняли, по-моему, испанцы, французы, что нужно перед чемпионатом вообще выставить банковскую гарантию по обязательствам оплаты зарплаты игроков. И сейчас весь мир к этому движется. И мы к этому тоже придем. Но не в этом году. Трибуна медиа. Давайте тогда, раз мы говорим с вами открыто, давайте говорить о двойных стандартах. Есть такие люди, вот вы называете Липова, давайте я тоже назову ряд фамилий. Пожалуйста. Баскетбольный клуб Киев. Отверченко, Сандул, Крутоус. 10 месяцев люди не получают зарплату. Это из Суперлиги, да, тоже команда? Что? Это, собственно, что? Баскетбольный клуб Киев. Ну это, но он прекратил свое существование. Подождите. Вы дадите мне озвучить мой вопрос? Ну это команда Суперлиги вы называете, прошлого года, да? Да, я правильно понял? Прошлого года, да. Дальше, баскетбольный клуб «Ферос НТУ». Фамилии Антонец, Вельховецкий, Рыбалка. 5 месяцев люди не получали зарплату. Им не выплатили, вернее. Это вы, у вас есть от них доверенность на эти заявления? Не информация или от вас есть официальные бумаги, вы их не адвокат? Я не их адвокат, я представитель трибуны медиа. А, я понял. Следующие люди, которые общеизвестны, которые обращаются. Допустим, это Конев, Череповский, Анисимов. Откуда? Откуда? Из Басбаскета позапрошлый сезон. У них, с ними не рассчитали за 3 месяца. Эти люди попадают под вашу защиту? Конечно. Если они попадают под вашу защиту, тогда следующий вопрос. Почему тогда с вашей, в том числе, легкой руки, такие клубы, как «Фера», такие клубы, как «Киев» и такой чудесный клуб, как «Вазбаскет», обнулились, перестали новыми юридическими лицами, и с вашей легкой руки были заявлены в чемпионат футбол? Как тогда, кому тогда этим игрокам обращаться? Пожалуйста, пожалуйста. То есть вы говорите о том, что вот те юридические лица, которые должны людям деньги, они обнулились. И ну, существует, БК Киев существует. Они не обнулились, они обратились к нам, что на год они приостанавливаются. Они не обнулились, вы немножко путаете. Значит, переходим к «Фера». «Фера» — это команда Коломойского. То есть вы же знаете, что не «Фера» платила зарплату, а Коломойский.
Игорь Валерьевич, который прекратил это делать, сказал, что все воруют, в том году, ну, 4 месяца, да, вы говорите, с ними не рассчиталось. Я жду заявления этих игроков письменные и обещаю вам, что мы их рассмотрим, и я доложу всей общественности, мы обратимся от ихнего имени в суды, мы создадим в профсоюз игроков, и все, кому должны, все смогут исково обратиться к тем, кто им должен. И я всех поддержу. Вы рассказываете про игроки Кривбас Баскет, которые в позапрошлом году не рассчитались. Я жду их заявления. Мы будем их защищать, поверьте мне, со всей ответственностью. И они получат свои деньги вот так, как я смогу это защитить. Услышали. Теперь насчет юридических лиц. Команда Запорожья, которая играла в высшей лиге того года в городе Запорожье, перешла, написала заявление, что у них есть возможность, ну, так как у нас команды привата вылетели, и у нас осталось 3 команды, мы пригласили другие команды, кто в состоянии, так как стоимость сегодня контрактов упала, и желающие появились из-за того, что стало возможно участвовать, ушли иностранные игроки с баскетбола, с украинского, мы пригласили все команды. Запорожье, команда высшей лиги, никакого отношения к Феру не имела никогда, Коломойскому не имела никогда, и заявилась в чемпионат Украины. Мы рассмотрели и приняли их. Следующее, президиум Федерации баскетбола, не я. Следующая команда, Инфис. У нас огромная идея развивать студенческий баскетбол. Инфис, чтобы вы знали, СКИФ, это вообще родина украинского баскетбола. Оттуда пошли все украинские баскетболисты. Будивельник стал, вырос из СКИФа. Это вообще как бы история. Поэтому отказать СКИФу участвовать, он никакого отношения к долгам не имеет. И мы с удовольствием приняли эту команду. Ко мне позвонил господин Имас, ректор института, я с ним разговаривал. Мы сейчас туда привлекаем всех, кого возможно, чтобы помогали. И мы хотим показать, как нужно строить настоящую базу студенческого баскетбола, как в Америке, надеемся. И ректор в этом заинтересован, показывал мне и свою базу, и общежитие, и зал, и бассейн. Все будет там. И следующий у нас институт такой будет КПИ. У нас первый вице-президент господин Скуровский. По Кременчугу. По Кривбасу. Это действительно есть проблема. К нам пришла бумага с ФИБА идентифицировать, не тот ли этот самый клуб. С ФИБА есть на них тоже бан. Мы разбираемся. Я доложу обществу. Сумма там, по-моему, 40 тысяч долларов по ФИБА бан. По Украине, если вы говорите, что есть игроки, с которыми не рассчитались, только получим бумагу от них, заявление с подтверждением контрактов и так далее, мы, конечно же, вступим в их защиту и будем разбираться. Хорошо, то есть, помогайте. Хорошо, вы нас убеждаете, что такие команды, как Инфис, Запорожье и Кривой Опыт, за ними стоят совершенно новые какие-то мифические владельцы? Не владельцев, я вам могу точно сказать, что нету владельцев ни там, ни там, ни там. Там есть группа спонсоров. Окей. За ними стоят... Я владельцев там не знаю. Вы не знаете владельцев клубов своей лиги, это ваше дело. У меня следующий вопрос. Вопрос в эту же степь. Механизм. Механизм того, как будут возвращаться долги. Вы, в принципе, поставили как одну из основных целей для себя. Вернуть долги. Вернуть долги, да. Да. Фактически вывести деньги для игроков. То есть вы это везде позиционируете, для вас это основная... Нет, вы не поняли. Мы сделаем все, да, чтобы это случилось. Вам известен? Но я вам точно скажу, что это не метод веревки и палки. Это юридический механизм. Хорошо. Вам известен пример такого баскетболиста, как Евгений Воронов? Или нет? Нет. Нет. Евгений Воронов – это баскетболист сборной России. Пускай сборная России, но не важно. Который выступал в баскетбольном клубе «Триумф». Ему там должны были 30, от 30 до 50 тысяч долларов. Официально по бумагам. Баскетбольный клуб «Триумф» невероятным образом переехал в Петербург, зарегистрировался как юридическое лицо баскетбольный клуб «Зенит». И он сейчас ходит по всем банам, по лазанам, по всем организациям. Ему говорят, что раз обращайся к такой организации, как «Триумф», пускай там тебе должны деньги. Такой организации, как «Триумф», больше не существует, как не существует всех вот этих клубов. И, соответственно, возникает вопрос. Если мы заменим
фамилию Воронов на фамилию, какую я озвучил, допустим, Рыбалка. Мы заменим клуб «Триумф» на клуб «Фера» за НТУ и заменим клуб «Зенит» на клуб «Запорожье». Что поменяется в этой ситуации? Как поменяется механизм? Я не поменяюсь. Я буду заниматься этим вопросом до тех пор, пока этим будет возможно заниматься в юридической точке. Могу вам рассказать о том, что еще существуют и другие суды. Суды справедливости какие-то, арбитражные, третейские, есть еще лондонский суд. У нас же титульный спонсор всех этих клубов фирмы Коломойского. БК Киев, это БК Киев. Я говорю вот этих. То, что вы рассказываете, Фера, это Коломойский. Давайте поменяем на Буряка. Ну, Буряка, ну он же, я же вам сказал, что по Буряку я же исчерпывающе сказал, что мы разберемся. А по Фера будут обращаться к Коломойскому с исками, я не знаю. Мы наняли юридическую компанию серьезную и будем заниматься защитой прав игроков. Ну, что, пикетировать офисы будем, а что делать? Будем обращаться к общественности, на игры будут приходить. Ну а что? Ну нужно рассчитываться по долгам, господа. У нас говорят, что платят долги только трусы. А я считаю, что нет. Игрокам особенно. Я лидер, президент легитимно избранный Федерации баскетбола Украины. И я буду выполнять устав. Там написано, что я и вся федерация обязана защищать интересы игроков, судей и тренеров. И мы будем это делать. Все, молодой человек. Дальше. Я понимаю, что вы представляете тот табор. Ну, давайте тогда про них. Да ну, послушай, читай свой сайт. Читай свой сайт. Дальше. Михаил Юрьевич, такой вопрос. Вы упомянули про сборные, про форму, там, и прочие моменты. А в кулуарах на Евробаскете 2015, мы с вами были, игроки так нехотя, но жаловались, говорили о том, что вот 10 евро суточных после предыдущих, это как вы смотрите? Очень мало. Очень мало. Мы сейчас работаем над тем. Эти 10 евро же не федерация дает, а Министерство спорта. Ну, а как-то можно было увеличить? Увеличить надо было. Я принял федерацию, в ней не было ни одного спонсора, и в кассе была дырка от бублика. Мыши там ползали. Потихонечку приводим в порядок. Уже шли по пути старому, эта проблема существует. 10 долларов, а что, призы за первые места, которые дает Украина. Посмотрите, массовая, вчера на Ноке, массовая исход украинских игроков не только за границу, просто играть как украинцы, а в других видах спорта уезжают другие сборные участвуют. Это болезнь. Сегодня, ребята, что там? И чиновники получают маленькие деньги, и все так. Ну, такая страна у нас сегодня бедная. Боремся? Боремся. Ну, я вам скажу, что такие, не знаю, игроки, это может быть те клубы, у которых, ну, Липовый, например, который зарплату не получал. А Фисенко, у него все хорошо. Поверьте мне. Надеемся на следующий год еще пригласить из Америки и наших ребят, и думаем усилить сборную. 10 долларов плохо. Будем вот спонсоров просить, чтобы они давали больше нашим ребятам. Что еще? Немає? Подождите, можно еще вопросик? Последний. Тогда с маленьким продолжением. Насколько мне известно, баскетбольное мужество, которое сейчас находится в дворце спорта, оно принадлежит одному из клубов. Ты имеешь в виду щиты, площадка, табло. В данном случае, как его можно использовать, или все-таки кому он на сегодняшний день принадлежит? Все, что находится во дворце спорта, принадлежит дворцу спорта. Плюс, я еще раз говорю, пол, все это, все министерские деньги, дворец спорта, это все принадлежит. Мы это все арендуем на игры. Пол, который лежит в зале тренировочном у нас в Федерации баскетбола, и два щита, принадлежали баскетбольному клубу «Будивельник». Но в связи с тем, что баскетбольный клуб «Будивельник» должен 2 200 000 дворцу спорта, дворец спорта нам написал запрос, чье это имущество. Для того, чтобы, как вы сами понимали, исполнительная служба пришла и арестовала это имущество. И забрала в счет долгов «Будивельник».
Мы записали запрос «Будивельник», так как я принял все, что здесь есть, без особого такого перечня и так далее. А чью? Нам сказали, Шаптала сказал, что это ваш пол и ваши щиты. И дворец спорта так считает. Написал им письмо. Они написали, что это принадлежит общественной организации, то, о чем вы говорите, в подделку. Вот «Будивельник» конкретно исполняет. Общественной организации «Будивельник». Но это не мое дело разбираться. Мы сейчас ищем щиты. Сами федерация, ищем пол для того, чтобы купить это, чтобы принадлежало федерации, и чтобы у нас не было проблем, пусть они там разбираются, дворец спорта и будивельник сами, это их хозяйственные отношения. Кто там меняет название, проводит там, может, будет, они, может, дворец спорта напишут, что это кража и так далее, пусть думают, это не мой вопрос. А табло? Табло, куб, который висит, он принадлежит дворцу спорта, гарантия. Очень часто поднимается с вами такая терминология, как баскетбольный сепаратизм в отношении и другой лиги, и всех остальных людей. У меня в данной ситуации есть один большой вопрос. Вы все, я думаю, наслышаны на таком игроке, как Константин Лазырин, который по ходу прошлого сезона подписал контракт с российским «Спартаком». Кто-кто? Константин Лазырин. Ну что вы нам все время российские примеры приводите? Приведите мне какой-то нормальный пример. Ну, Лазарь, вы на Россию... Он подписал контракт при условии смены гражданства в России. Как бы поговорили, забыли. В сентябрь месяц один из лучших игроков чемпионата Суперлиги прошлого года, Максим Канате, имеет действующий контракт с тем самым «Будивельником», о котором вы говорили, сбегает в Россию под предлогом, что он беженец от фашистской хунты. Это реально так и есть, что он донецкий беженец. Под этим предлогом он подписывает контракт с условием передачи гражданства, как вы говорили, что сбегают игроки, и фактически имеет два контракта на руках. Один с «Будивельником», один с баскетбольным клубом «Сахалин». При этом из офиса Федерации баскетбола Украины на баскетбольный клуб «Сахалин» приходит отрицательное письмо с тем, что он свободен на все четыре стороны. Вопрос. Что это, если не баскетбольный сепаратизм? Его сам не может проявить. Смотрите, ну вопрос смешной, но тем не менее я отвечу. Ну это вообще морально-правовая сторона господина Канате. Это к нему вопрос, а не к Федерации баскетбола. Услышали, да? Он, кстати, родился в Донецке. Так, чтобы вы просто понимали. Это первое. Второе, играл в клубе «Фероз НТУ». Третье, я видел контракт господина Канате с клубом «Будивельник». Он был заключен, и у них был там оговорен на условие, что если он найдет клуб до такого-то числа, он имеет право уехать. Что он и сделал. И третье. Баскетбольный клуб «Будивельник» не находится под юрисдикцией Федерации баскетбола Украины. Любой игрок, который напишет нам запрос с любой команды приват-лиги, вы слышите, да? В Федерацию баскетбола о том, что он хочет перейти играть за границу, получит открепительное письмо. Потому что мы не защищаем клубы и их интересы, которые не находятся под юрисдикцией ФИБА и ФБУ и играют в наших чемпионатах. И это юридическая сторона вопроса. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, проситесь на встречу, на интервью со мной. Я готов. Пресс-конференция закончена. Благодарю всех за внимание. Пошли я с тобой, Рафаэль. Ну, время, ребят. Ну, есть спонсоры, уважаемые люди, сидят уже 50. Можно спонсору вопрос? Какова все-таки цена контракта между вами? Потому что все разглашают. Париматч разгласил, Эпицентр разгласил сумму, а вы не разгласили. Ну, мы это рассматриваем как добрые дела, знаете, как каких-то добрых делах. Какие-то добрые дела тоже как-то финансовые. Не, ну правильно, но если мы стали спонсорами, значит, Михаил Юрьевич, эта сумма устроила, и, скажем так, это обоюдовое. Федерацию устроит, даже если бы они давали 50. Михаил Юрьевич, но федерация общественная организация. Ну, почему? Мы отчитаем по всем суммам, мы будем отчитываться перед президиумом федерации. Пока у нас это условие такое контракта. Вилсон, я вам сказал. Они дают мячи, вот каким лигам, деньги они не дают. Услышал? Сумму не скажешь. Пока нет. Она будет расти, я надеюсь. Все, спасибо.